Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис. Недавно проскочила новость в интернет-сообществе MLM, что Ирина Агапова Маркелова и Борис Маркелов перешли в другой проект. Хочу развеять эти мифы и рассказать, мы как были, так и являемся лидерами программы развития общественной благотворительности всем миром. Но, тем не менее, мы живые люди. И совсем недавно я ощутил, что мой вес составляет 123 килограмма. Мы вступили в программу NL International. И нам начали рассказывать, что лидеры в Whole World перешли из-за того, что деньги не платят. Ребята, деньги платят везде. Мы вступили, чтобы вот с Ириной вступили в NL International, чтобы поправить свое здоровье. А если там есть возможность заработать, почему это не сделать? Если вы успешны в нескольких проектах, и даже если вы развили какой-то проект, вам никто не мешает заниматься проектом NL International. Тем более, если есть там хорошая партнерская программа. И мы, как видеоблогеры, вы уже знаете, что у нас свои каналы раскрученные, мы, как видеоблогеры, записываем всю свою жизнь. Если вы на своих видео боитесь показать свои доходы, если вы боитесь показать свой кабинет, свое лицо, для чего вы пришли в интернет-бизнес? Я вот считаю, что вы в интернет-бизнес, многие в интернет-бизнес приходят, особенно в сетевые компании, чтобы кому-то что-то впаривать. Ребята, мы никому ничего не впариваем и никому ничего не доказываем. Программа Whole World работает 6-й год, работает успешно. Все, кто в ней развивается, получают свои вознаграждения. Программа NL International, то есть вот эта компания NL International существует на рынке 16 лет. А вот я считаю, что это показатели стабильности вот этих проектов. В программе «Всем миром» не запрещено участвовать в других проектах. Если вы удачно работаете вот в одном проекте, вы удачно будете работать в другом проекте. И слухи о том, что мы тащим людей из проекта «Всем миром», это полная чушь. Ни один человек, который, например, ни одного человека мы не сманили и не собираемся этого делать, если человек этого не захочет. По моим успехам, вот мы употребляем коктейли, употребляем продукты. За 16 дней я скинул 6 килограмм. То есть я весил 123 килограмма. Сейчас мой вес составляет 117 килограмм. Можете верить, можете не верить. Мы будем дальше продолжать снимать видео и по всем мирам. И по другим проектам рекламным, которым мы занимаемся. Мы обучаем людей зарабатывать деньги. И я буду дальше показывать мои успехи в программе NL International. Если кому-то это не нравится, пусть закроют свои пасти и не распространяют глупые слухи, о чем они сами не знают. Если вы не умеете работать ни в одном проекте, если вы не умеете работать с людьми, если у вас нет команды, вам нет места в интернет-бизнесе, в MLM, в сетевом бизнесе, вам нету здесь места. Ребята, сворачивайтесь, идите на биржу труда, вам там предоставят работу. Зачем вы мучаетесь? Зачем вы раскидываете спам всем в личку? Есть такие товарищи, не буду их называть вслух, и вы их прекрасно знаете, от которых вы получаете спам ежедневно в свои соцсети, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассники. Есть такие товарищи, которые затаскивают свои проекты, говорят, что у них есть супер роботы, супер методика, в которой люди будут приходить сами в ваш проект. Никакие роботы не заставят человека работать. Никакого робота вы не приведете свой проект людей.
проект надо показывать. Надо показывать свои достижения, все, что вы достигли, все, что вы добились. Либо начинать учиться. Еще раз повторюсь, есть методика «приглашай, не приглашай». Стоит 2000 рублей. Ссылку на эту методику вы найдете под этим видео. Если вас это пугает, вот это, именно вот эта сумма, не стоит ходить в интернет-бизнес. Если вы не хотите подавать рекламу, никакой спам не продвинет ваш бизнес. На этом заканчиваю. Всем привет.